Жаркие летние деньки уже остались позади. Впереди бархатный сезон. И перед многими кубанцами, да и жителями других регионов России, встает вопрос, где можно хорошо отдохнуть. Славянцы знают ответ на этот вопрос. Даже если у вас не так много денег на отдых, вы сможете уложиться в бюджет, побывав на побережье теплого Азовского моря. Именно здесь, в урочище Кучугуры, находится база отдыха «Акварель», которая сумела завоевать популярность. На базе отдыха с таким романтичным названием можно отлично отдохнуть. Она расположена в живописном месте. Здесь чистый воздух, ласковое море. Гостей всегда ждет радушный прием. У нас здесь очень дружный коллектив. Все помогают друг другу, всегда во всем поддерживают, какие-то проблемы, трудности, то есть, ну, все вместе. Но мы стараемся подстраиваться под те продукты, которые, допустим, требуют люди, ну, вот, на что имеется спрос. Поэтому, если постоянно спрашивают, допустим, за какую-то категорию, там, мороженое, допустим, какого-то вкуса, то мы его привозим. Гости базы отдыха могут приготовить сами для себя вкусный обед. Есть для этого условия. Те, кто предпочитают не хлопотать с готовкой, могут воспользоваться услугами повара. Наша акварель, она, наверное, самая лучшая на Кучугурах база отдыха. Мы стараемся, чтобы нашим клиентам было не только уютно, комфортно, чтобы было еще и вкусно. Стараемся готовить обеды, ну и, конечно, наша самое козырное блюдо – это пицца. Она у нас действительно очень вкусная. У нас есть все необходимое оборудование для того, чтобы делать не пироги, а настоящую пиццу итальянскую на тонком тесте. Кто приезжает сюда отдыхать? Чаще всего это жители Кубани, особенно из Славянского и близлежащих районов, а также из Краснодара. Во-первых, здесь море рядышком, бассейн. Для малышей это самое золотое место. Цены недорогие, то есть можно приезжать и бюджетникам, не бюджетникам. Вот. Погода бесподобна. Мы постоянно ездили раньше на Черное море. Пробки, пока туда доедешь, а сейчас мы с Краснодара 2 часа и мы уже на море. Азовское море не хуже нашего, не хуже Черного, великолепное. Ни медузы, ничего нет, вообще прекрасно. Я очень благодарна. Те, кому удалось отдохнуть на этой базе, совсем не жалеют об этом и переполнены положительными эмоциями. Это очень здорово, все чисто, комфортабельно, все есть, в принципе, для отдыха. Отдых очень замечательный. Мы живем в домике со всеми удобствами, кондиционер, телевизор, в принципе, все, что нужно. Яркие впечатления и теплые воспоминания об отдыхе остаются у всех, кто здесь побывал. Это просто чудо. Мы приехали сюда со своей сестрой. Везде чистота. И это все благодаря вот этому персоналу. Вот этим молодым девчонкам, мальчишкам, которые здесь работают. Они работают, они каждую травинку убирают. Все расчищают, все везде чистенько, а это для человека очень много значит. Индивидуальный подход и искренняя сердечность – главный девиз работы коллектива «Акварели». Здесь по-настоящему рады всех видеть и делают все необходимое, чтобы люди стремились приехать сюда снова. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».